Всем привет и добро пожаловать на канал HireX. Прошло уже несколько месяцев с того самого дня, как Jeepers Creepers Возрожденный предстал перед публикой и полностью увяз в негативных отзывах и низких оценках. И к тому же провалился в мировом прокате, собрав 4 миллиона и 300 тысяч долларов в противовес 5-миллионному бюджету. А если к этой сумме прибавить расходы на рекламу и судебный процесс, из-за которого был отложен выпуск фильма, то перезапуск можно назвать одним из самых больших провалов этого года. Почему же так получилось? И какими были основные причины для его сокрушительного и стремительного падения? Я рассказывал в одном из своих прошлых видеообзоров. Ссылка на него будет в описании под этим видео. В данном видеоролике мы немного поговорим о внешнем виде современного летающего монстра, то есть разберем его новое киновоплощение и затронем визуальные эффекты, которые по факту являются самой слабой стороной фильма наряду с сюжетом. Далеко не только сама франшиза подверглась мучительному перерождению, но и сам персонаж, Jeepers Creepers, пройдя жуткие роды, выбрался наружу в новом страшном обличии. Человеком, отвечающим за контроль производства практических эффектов и CGI-эффектов, была назначена некая Лиа Джеймс. Ей поручили создать новое воплощение знаменитого монстра, освежить его, оставив при этом значимые для франшизы атрибуты. И вот пока девушка занималась поиском подходящих под бюджет фильма студии визуальных эффектов, продюсеры подыскивали режиссера, благо сценарий был уже фактически готов. С одной стороны, смена дизайна известного персонажа – это неотъемлемая и вполне ожидаемая основа перезапуска, своего рода обновление. Вспомните хотя бы старину Фредди из ремейка «Кошмар на улице Вязов» от 2010 года. Крюгер тогда получил новый грим, который отчасти был оправдан внешностью нового актера. Но с другой стороны, грим был совсем неинтересным и даже в какой-то мере дешевым. Возрожденный также решил похвастаться новым дизайном монстра и слишком уж далеко ушел от оригинала, сохранив лишь часть узнаваемых атрибутов, да и те тоже поменялись не в лучшую сторону. Вместе с продюсерами и новым режиссером руководитель визуальной стороны фильма выбрала концепт-арты монстра от нанятых художников и далее последовал процесс подбора студии визуальных спецэффектов, которая могла бы создать сложный грим для существа. Лиа Джеймс по старым связям обратилась в одну из студий визуальных эффектов в Великобритании – KM Effects, которая работала над разными кинопроектами и имела более-менее хороший статус. Руководитель студии Кристиан Маллетт взялся за проект и выделил персонал, который в итоге отвечал за производство грима для монстра, создание масок и прочие практические эффекты. Также для производства визуальных эффектов требовалась CGI-студия, но по итогу обошлись силами нескольких приглашенных мастеров. Среди них были Стивен Харрис и Джейсон Райтман. Из-за того, что большая часть фильма снималась в павильоне Black Angar Studios, то зеленый экран и хромакей стали неотъемлемой частью этого кинопроекта. Возвращаюсь к образу монстра. Начну с костюма. В этот раз крылатый монстр затарился новыми шмотками у висящего неподалеку от его берлоги пугала. У безмолвного стража Криперс позаимствовал рваный тяжелый кожаный плащ, штаны, футболку и модные ботинки. Знаменитая широкополая шляпа все это время хранилась в зловещем грузовике. Я, конечно, понимаю, что это перезапуск и нужно обновлять образ, но делать из Криперса бомжа было совсем не обязательно. В общем, костюмерам за такой прикид полагается твердая двойка. С одеждой Криперса в этом фильме постоянно происходят непонятные, странные метаморфозы. Перчатки то появляются, то исчезают. И то же самое касается футболки. Куда же пропала футболка после сцены с раскрытием крыльев? Когда монстр влетает в окно, он вовсю сверкает своим поджарым торсом. Что за магия такая, непонятно. Хотя нет, это просто косяк. Идем дальше. Уже начиная с момента, когда монстр выползает из здания, становится предельно ясно, что ожидать чего-то интересного с точки зрения визуала не стоит. Авторы фильма лишь урывками показывают нам процесс пробуждения монстра, и при этом всячески пытаются скрыть существо, используя посторонние предметы в виде кустов, деревьев или пуская в ход эффект размытия для маскировки заднего фона, тем самым лишая зрителей детального обзора. Учитывая, что как раз этого момента фанаты очень сильно ждали, особенно после того, как он загадочно промелькнул в трейлере, нам подсунули достаточно дешевую сцену пробуждения крылатого монстра, показав нечто неразборчивое, замыленное, а также с плохо прорисованными крыльями, которые легко потерялись на фоне постоянных помех на кадре, а также резких переходов со смены ракурса. Крылья хоть и вписываются в общий формат сцены, но они словно отделены от основной части грима из-за дешевой графики.
Момент с раскрытием когтистого капюшона при должной визуализации мог бы стать достойным эпизодом, но и в этот раз зрителя ждал очередной провал. Слишком уж невнятно это все было показано. По словам Лиа Джеймс, она и другой мастер визуальных эффектов создали дополнительный грим куколки, который был нанесен на основную маску, и его нужно было просто расколоть на две части, показывая таким способом раскрытие капюшона в стадии куколки. В этом моменте актер, исполняющий роль Криперса, тянул за одну часть маски, а к другой был привязан тросик, за который дергал участник съемочной площадки. С точки зрения натуральности все выглядело правильно. За 23 года капюшон, конечно же, успел обветриться и даже засохнуть. Если присмотреться, то видно рвущиеся куски плоти, которые слиплись между собой. Но суть тут совсем не в этом. Зритель снова получает какой-то кусок невнятной и откровенно слабой сцены, которую можно было бы сделать интереснее и сочнее. После этого зритель получает сонную морду Криперса на весь экран, которая почти утратила знакомые черты и стала больше напоминать какого-то рядового орка на дальнем плане из «Властелина колец». По морде Криперса вполне понятно, что существо долгое время находилось в спячке, сухая кожа, заплывшие глаза, один из которых еле открыт и взирает на небо, в которое монстр уже давненько не поднимался. Криперс жадно глотает воздух, испуская голодный вопль. На этом завершается скомканная и будто бы обрезанная со всех сторон сцена пробуждения некогда интересного существа. А момент с поеданием червей – это просто дичь полнейшая, которая говорит о том, что сценарий писал человек, далекий от хороших идей. Сцена, в которой Джиперс, как самый настоящий падальщик, поедает уже знатно потухшего кабанчика, смотрится жутковато, но только лишь при использовании дальнего плана. Как только камера приближается к монстру, то перед нами предстает какой-то тощий шкет с огромной головой на плечах, маленькими щуплыми ручками и цеплящими крылышками за спиной. Изначально крылья должны были быть натуральными, но Тима Воренсела хотел видеть крылья, нарисованные с помощью CGI. И вот что мы получили в конечном счете. Единственная сцена, которую не стыдно смотреть, это когда Криперс раскрывает свои громадные крылья на фоне старого поместья. Сразу видно, что для этой сцены были созданы все условия для хорошей работы, и художник постарался сделать ее действительно качественно. Признаюсь честно, этот момент мне даже понравился. Удивительно, что его не использовали в трейлере. Создание грима для монстра. Сначала сотрудники KMFX сделали слепок с актера Жара Бенджамина. Затем скульптор начал создавать черты Криперса, попутно делая множество версий, которые перед утверждением демонстрировались продюсерам и режиссеру, пока те не остались довольны общим результатом. В этот раз создатели не стали заморачиваться над полноценным костюмом из силикона, как было в оригинальном фильме и сиквеле, а просто решили сделать накладки из силикона на разные части тела актера – руки, торс, голова, ступни. Так, видимо, было дешевле, нежели запихивать актера в полноценный костюм. Было разработано несколько разновидностей силиконовых масок, которые, как кожа, надевались поверх актера. После этого в дело вступали гримеры и визажисты, которые подправляли грим, подкрашивали определенные участки, наносили искусственную слизь и все в таком духе. Несколько масок было создано для стандартной формы лица Криперса, когда монстр находится в обычном спокойном состоянии. А еще одна для раскрытого когтистого капюшона и зубастых кожных отростков, которые также приходят в действие при активации капюшона и играют роль дополнительных захватов. Для такой маски была создана мастер-модель, которая потом отливалась из прочного эластичного силикона и проходила стадию покраски. По словам Лиа Джеймс, для нанесения грима каждый день требовалось от 4 до 6 часов. Из-за того, что актер не мог самостоятельно питаться, находясь под гримом, он пил воду и ел бульон через трубочку. Обычных масок было сделано несколько, и все они почему-то были разные, что безусловно бросается в глаза, вызывая ощущение непрофессионализма. Для дальних планов и сложных сцен, в которых участвовал каскадер, была сделана более простая маска, которая легко одевалась и снималась, не требуя особого участия гримеров. Эту маску можно заметить в сцене, когда Криперс идет на фоне горящего грузовика. Также для существа было создано множество слепков зубов от компании FunkFX. Основная проблема, которая связана с новой внешностью Криперса, в том, что современный дизайн головы монстра сильно выделяется на фоне оригинала. Слишком много лишних деталей, которые перегружают образ, а также проблемы с пропорциями. Взять тот же самый нос, который превратился в огромный отвратительный шнобель. В
В перезапуске Криперсу добавили какие-то непонятные ошметки поверх кожи, которые портят общее восприятие, а также скульпторы переборщили с шипастыми наростами. В новом дизайне появились элементы, которых не было у оригинального Криперса. Это органические кожные отростки, расположенные по бокам нижней челюсти. Фактически они составляют форму подбородка существа и приходят в действие, обнажая ряд зубов при раскрытии когтистого капюшона. На самом деле этот элемент оказался вполне интересным и освежающим решением для перезапуска образа Криперса. Конечно, в этих щупальцах есть небольшая отсылка к вампирам-вурдалакам из фильма Blade 2, но для нового Криперса это пошло только на пользу. Также эти щупальцы, благодаря наличию зубов, могут впиваться в жертву, тем самым удерживая ее в мертвой хватке. В оригинальном фильме у Джиперса на подбородке были кожные наросты острой формы, которые переходили в активную стадию мутации при раскрытии когтистого капюшона. Данная маска сделана вполне качественно, но это всего лишь обычный грим без активных частей. В оригинальном фильме для эффекта раскрытия когтистого капюшона была добавлена аниматроника, что, конечно, делало финальную сцену яркой, запоминающейся и более живой. В данном случае операторская работа выстроена таким образом, что позволяет обойти этот момент. Но этот недостаток очень сильно бросается в глаза, в очередной раз проявляя дешевый подход авторов к созданию фильма. К тому же капюшон у современного Криперса абсолютно статичен, и его части совсем не представляют собой живой организм, и вся магия, конечно же, пропадает. В довесок ко всем этим минусам можно прибавить просто самую убогую концовку, которую я мог видеть в фильмах среднего калибра. Это настолько шаблонный трэш с глупыми моментами, которые пытаются выдавить из себя серьезность. Я не перестаю удивляться тому, как Тима Воронсела смог вообще это снимать. Лейн, как самая настоящая ниндзя, без единого промаха, попадает со 100% точностью прямо в оба глаза монстра, полностью лишая его зрения. И вместо того, чтобы улететь на своих крыльях куда подальше, успеть восстановиться, существо начинает махать руками в надежде поймать Лейн. А момент с финальным ударом здоровенным шестом прямо в пасть монстра – это явная демонстрация провального фильма. Как такое вообще можно было выдумать? Под чем находился сценарист? Нет, я, конечно, могу понять, если чуваки скинули эту хрень на Криперса, и она пронзила ему, скажем, спину, пригвоздив буйное существо к земле, а Лейн нанесла бы фатальный удар тем же кинжалом, но попадание в яблочко – это уже высший пилотаж, такое под силу разве что мечному. Если честно, то по части грима все неоднозначно. Да, он местами просто ужасен, перенасыщен лишними деталями. Криперс выглядит на определенных ракурсах как Андриано Челентано, но есть в нем зачатки трезвой мысли. Но, к сожалению, выдающаяся убогость и дерьмовость самого фильма целиком и полностью мешают воспринимать Криперса в положительном свете. И если практические эффекты еще даже можно назвать удовлетворительными, то низкопробный CGI – это отдельная тема для ночных кошмаров. Наложение цифровых эффектов на зеленый экран загоняет осиновый кол глубоко в сердце фильма. При этом зеленого экрана было очень много, и непонятно, с какой целью режиссер его запихивал, куда только запихнется. Хотя без него можно было бы спокойно обойтись, используя настоящие природные локации. А вот в этом эпизоде все размыто и нестабильно. Человек с хорошим зрением не на шутку может перепугаться и пойдет после просмотра к окулисту. Подводя итог вышесказанному, Возрожденный вполне оправданно заслужил свою критику. Как я уже ранее говорил в своих прошлых видеороликах, посвященных перезапуску Джиперса Криперса, в фильме есть сцены, достойные просмотра. Например, Криперс раскрывает свои крылья на фоне особняка под клич «Сотни ворон». Очень красивая сцена. Джиперс вваливается через окно и знакомится с будущими жертвами. Но эта сцена хороша только до того момента, пока по нему не откроют огонь из пистолета. Криперс, пробив бедняжке голову кувалдой, пытается забрать свою добычу. Сцена в общем и целом достойная.
Еще один момент имеет правильный накал страстей, показывая зрителю, как персонаж должен правильно бояться неизвестного существа. Хороший эпизод, который можно поставить во главе этого списка. И я даже дам ему приз в номинации «Напуган до усрачки». Если что, такая номинация реально существует. Во всем остальном это провал года, провал десятилетия, провал некогда интересной франшизы, достойный целой горсти золотых малин. Что же, надежда, конечно же, умирает последней, и я буду верить в то, что для Джиперса Криперса еще не все потеряно. На этом я завершаю данный видеоролик, всем до скорого и пока.